О, кто-то дергается. Кто-то дергается. Вот вам и ночная ловля. Сама. Так. Опа. Ё-моё, он уходит прям в сторону, ребят. Я даже не знаю, что там. Ой-ой, там прям хороший. О! Давай, давай, давай. Привет, ребята, тигрята, мармышата. Привет, наши любимые подписчики. И вновь мы приехали на рыбалку. Как вы думаете, с кем я сегодня приехала? Вы никогда не догадаетесь. Это же наш Хантер. Ребят, всем привет. Сегодня мы приехали с Таней ловить сазана, амура и сама. Погодка просто шоколад. Ветерок такой прям хорошенький, не жарко, не холодно, вообще кайф. Уже можно в штанишках. О. А можно и без штанишков. Ну, значит, ребята, вот мы заняли вот такое местечко, мы приехали на прицепе. Вот, ну точнее, мы приехали на машине и взяли с собой прицеп. Целый прицеп у нас с различной провизией. А здесь мы будем сидеть, жрать. Лютый обрыв вот такой вот, мы будем с него ловить рыбреху. Вот. Спать, скорее всего, будем в машине, потому что уже прохладно. И уже не покрасуешься на солнышке. Вот. Но в любом случае, как вы знаете, в нашей семье так заведено, что если вы смотрите это видео, значит, оно классное. Ребят, сегодняшнюю рыбалку мы начинаем с того, что накачали лодку и будем закармливать. Вон там он у меня стоит, два бака. Вдоволь набрали мы кукурузки. Будет новый способ кормления. Мне подсказал его один очень профессиональный сазанятник, амурятник. Так что сейчас все покажу. Сначала закорм, потом ставим палки. Погнали. Содержимое вот этой фляги было перенаправлено вот в этот мешок. Вон она там. Пьяная, закисшая кукурузка. Сейчас берем, освобождаем вот так вот уголочек у этого мешка и привязываем его вот так вот шнуром нашим. Мешок готов идти ко дну. Приближаемся к нашему бую и отпускаем наш мешок. Все, мешок на дне, да? Да, мешок вот на дне, четко напротив буя. Раскрываем мешок. Все. Корм высыпан на дно. Теперь нужно готовить Кстати, эксперимент с леской у меня продолжается. Два удилища, которые брейновские карповички. На одном будет леска, на одном шнур плетеный. Прошлое видео смотрели, кто смотрел, где у нас на Дону спиннинги летали. Столько поимок и поклевок сазана было. И такие, какие они были, да, что аж спиннинги улетали. Там, наоборот, плетенка работала лучше.
Посмотрим, что будет здесь, на Ахтубе, где вода прозрачнее, где рыба поаккуратнее. Может быть, здесь как раз-таки и лучше будет леска. Половим лягушечек, ночью поставим на сама резиночку. Немножко пособирал. Я думаю, нам хватит на ночь. Но если что, ночью они собираются хорошо. Светишь лампы, они сидят, не пугаются. Лягушки стоят где-то там далеко. Вот такая вот у нас здесь система оповещения. Будем надеяться, что сработает. Татьяна, вы как? Я сама. Танцуй с ума. Чего? Танцуй с ума. Помогла мне в постановке моей резиночки. Танцуй с ума. Это что у тебя, ТикТок? Бог с тобой, я не в том возрасте. Танцуй с ума. Мы ждем. Зувана и Армуга. Это французское. У нас поклевка на том берегу. Похоже на сама. Татьяна Сомятница в деле. Я не Сомятница. А кто ты? Судачатница. Судачатница? Да. О, звонит, да? Ой-ой, звонит. Слушай, да неплохо звонит. Опустили колокольчики в воде прям. Ведро на подсадочку дай. Сюда поставь пока что их. Ослабло, глянь, в сторону, да, куда-то натянуло? Mm-hmm. Походу, потащило куда-то. Ну давай, что я, пойду по леске. Потом будем натягивать опять. Там, конечно, слабенький груз, поэтому будет растягиваться. Будем смотреть, что там. Что-то еще выдирает. О, да, есть. У меня выдирает из рук. Что-то у меня выдирает из рук леску. Но не сильно. Слабенько. А там, кто его знает? Угу. Груз там у нас пол кирпича. Поэтому. Ага. Ага. Кто-то дергается. Вот вам и ночная ловля. Сама. Так. Опа. Ё-моё, он уходит прям в сторону, ребят. Я даже не знаю, что там. Ой-ой, там прям хороший. Я даже не знаю, как его поднять. Ой-ой-ой. Как его наперед... Вот он. Как его поднимают-то наперед? Ё-моё. Это трёшечка. 2.5-3 Ой-ой.
Тише, родной. Тише. Вот это сомик, я понимаю. Вот это да. Ой, хороший. Ага. Так. Насаживаем лягушечку. По-быстренькому. Какая-то, правда, земляная получилась. Вот так вот, ребят. Да такой прям. В пределах нормы. Я думаю, тут более чем достаточно. А, ночной сомик. Так, ну что тут, Тань, колдуешь? Сом? Вон. Ох, ничего себе. Видал какой? Хороший. Хороший, да. Офигеть. Ты тут как, замотал? Нормально? Я надеюсь, услышим, если будут звонить, да, еще раз? Покажи. Шевели. Ну что, рыбалка началась? Да, так. Поехали. Куда? Чё, ну на берег. Зачем? Ну же. Ну, Татьяна молодец, меня подсобила. Нет, а танцуй сама, это я станцевала. Начинаем опять для следующего слова. Танцуй сама. Ладно, все, пошли на берег. Поджарили мы знатно купаты. Что-то позвякивает тут у нас, ребят. Сразу ведерко с наживочкой. Подплыли. Было два звоночка. Теперь уже что-то начинает становиться интересней. Так, лягушка. Две лягушки есть. И тут, ага, вот он. Вот он кто звонит. Есть. Головастик. Татьяне покажем и отпустим. Ой, как глубоко заглотил. Опа. Вот он, смотри какой тот. И он звонил, представляешь? Такой маленький, а навел шороху, да? Угу. Что, отпускаем? Угу. Давай, зови бабушку, дедушку. Не надо их мыть, они в слизи. А, все, понял, да, там же написали, нельзя их мыть. Засвети его, надо, во-первых. Перед лицом не светить? Смотри, как он пылесосит. Ну все, пошел. Ну что, ты стала профессиональной самовницей? Да, давай, куда поехали? Ну все, на берег, Жень. Что-то ходит. Колокольчик вон как стащил. Байтранер включаем. Контрольная подсечка. И там не сажал.
Ой, точнее не карась, ребят, там. Там явно не карась. Она спит уже и кряхтит что-то. Подходит здесь под берег, надо спускаться. О, рыжик хороший. Ночное приключение у нас. Он как хороший. Неплохой. Ой. Стой, дружба. Стой. А, есть. Есть. Всего лишь сазан. Проснулась? Ну-ка, Татьяна, дай свои комментарии. Амур. Ночной амур? А амур на ночь не ходит? Да, вроде как ходит, тоже говорят. Слушай, как жмет, это смотри, это какой-то странный. Что странный? Какой-то он не рыжий. Не рыжий. Что еще есть вытащить? Ну что, колокольчики на месте, похоже, никого. Хотя мог успокоиться, конечно, если кто-то клюнул. Сейчас проверим сразу. Я за ведром приехал, глину надо мешать, шары катать. Лягушки, вы будете амнистированы. О, блин, что-то гуляет. Ребят, что-то гуляет. Кто-то гуляет. Ага, вот. Есть контакт. О, судак. Вот это поворот. На лягушку судак. Именно судак. Опа. Так-то да. Это да. Как же его цепить-то теперь? Вот ничего такой не мелкий. Да, три рыбы на С поймано. И тут что-то была поклевочка. Ну, тишина пока. Ну, и то неплохо. Очень даже неплохо. Карась, что ли, не пойму, как-то слабенько. Сначала прям хорошо загинул. Странно. Доброе утро, Татьяна. Давай быстрее вытаскивай. Чудо перьев. Давай, давай, вытаскивай. Ну сейчас. Красоту навести надо сначала. Да просто тащи за леску и все. Ну что? Что-то есть. Есть? Прям хорошо идет? Угу.
Идет. Идет, да? Может и нет. Что-то не уводит, да? Не. Что-то как-то слабенько. Вообще как будто и нет ничего. Да нет, как-то видишь, что по ту сторону. Пойду вниз прямую. Боже. Что, зацеп? Угу. Отпускай. А. Вытаскивай. Что, нет? Не, ну вообще вот уходит, посмотри. Да. Я вижу, что уходит. Давай вниз спущусь. Да тут, видишь, деревяшка, видать, за нее завел. Сволочь. Не знаю, что там. Карась-то. Твой любимый карасик. Я чувствую, тебя штаны одеваю. Рыбачка Соня. Всю рыбалку проспала. Я лучше рыба. Корми меня, а не рыбу. Веня! Веня! Ребята, вот Фека проснулся и лепит тут какие-то пирожные, а мне сделай то, сделай это. Скажите, что я лучше, чем да рыба. Да хватит! Сначала рыбку покормим, потом будем сами кормиться. Наконец-таки долепил. Вот такой вот у нас утренний закорм сейчас будет. Конкретный. Ну нет, наверное, вот так, половину. А вот эти, которые помягче у меня получились, их попозже, к обеду уже закину. Так что сазану и амуру быть, и он не может не быть. Все, укладываем в ведерко и везем закидывать. А говорят же, он на рыбалку не бери. В комментариях пишут там, зачем с женщинами на рыбалку. Вот, ребят, зачем. Пришел, а тут уже кофеек тебя ждет. Да, Таня? Полундра. Чего? Они говорят, полундра, баба на корабле. Ну все, что мы все, что могли сделать, мы сделали. Мы конкретно закормили. Сейчас стоит тут 4 палки, тут 2 жмыховочки. Ждем поклевки. О! Вот здесь. Давай, давай, давай. Долбик, подсекай. Подожди, сейчас я сниму. Давай. Ну что? Опа-на! Тяжело? Ну, не очень. А? Да не очень. Не очень? Кажется, никого не дергало нет. Хорошо прям. Да, конечно. Вон, а. Вижу карась. Он еще зацепился за ту удочку. Да, вижу. Еби. Кто? Все, иди за ту удочку. Вижу, какой большой. Да, вижу, какой большой. Ничего себе. Ну, сейчас спущусь. Хоть карасик бы. Что-то у нас с фрикционом не очень у тебя получается. Ну, давай, заводи сюда. Слушай, в натуре здоровенный карасишка. Блин! Вон он пошел. Ну что, ребята, значит, мы сегодня сделали программу на букву С. Сом, сазан, судак. Жека корит все, говорит, ему мало, а я рада. Я довольна, я уже собираюсь домой. Жека сетует. Да нет, на самом деле мы приложили очень много усилий для того, чтобы поймать много сазана, а поймали всего одного ночью. Поэтому то, что мы поймали сома и судака, это очень хорошо. Но для сазана это очень мало. У нас стояло 4 палки
с кукурузой и две жмыховки. И ничего не сработало вообще, а совсем. Поэтому я считаю, что это мало. Короче. В общем, приятного вам просмотра. Надеюсь, вам понравился наш видос. Продолжайте писать комментарии. Скажите, что мы делали не так, почему у нас сазан не клевал. Потому что Жека считает, что он все делал идеально. Все, пока-пока, до новых встреч. Давайте, ребят, всем пока. В следующем выпуске будет сазана больше, я уверен. До новых встреч.